Глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана отметил, что соблюдение закона и порядка в рядах вооруженных сил – важнейшая задача, которая имеет большое значение для казахстанцев. Военнослужащие региона обсудили основные направления работы, следуя посланию президента. Как отмечено в послании, первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности в вооруженных силах и других силовых структурах, в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину, подчеркнул президент. Вооруженные силы и другие силовые структуры должны неукоснительно выполнять требования. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность. В Курчумской войсковой части пограничной службы созданы все условия для солдат. Ежедневно каждый пограничник стоит на страже закона и порядка, следит за безопасностью государственной границы. Мы все внимательно слушали послание президента нашей страны Касым-Жомарт Токаева и теперь обязаны выполнить все требования, изложенные в послании. Отмечу, что сегодня для военной службы созданы все условия. Это и способствует обеспечению надежной охраны государственной границы и национальной безопасности Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании также отметил, что сегодня уделяется повышенное внимание развитию массового спорта. Без этого невозможно добиться цели воспитания здоровой молодежи и укрепления здоровья всей нации. Соответствующие поправки позволят придать мощный импульс развитию массового и детского спорта, обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов. Военнослужащим очень важна сфера спорта. Президент страны, командование ставят спорт на первое место. Для военнослужащих подготовка является главной составляющей. Мы все каждый день тренируемся и выполняем огневую подготовку, физподготовку, чтобы всегда оставаться в отличной физической форме. Проводим сборы и соревнования. Для нас спорт необходим, ведь мы охраняем границу и обеспечиваем безопасность страны. Каждое послание президента страны – это прежде всего взгляд в будущее. Оно дает возможность увидеть перспективы развития страны на предстоящий период. Задача ответственных ведомств и военных в первую очередь – исполнять поручения главы государства и беречь безопасность нашей Родины. Яна Мумлева, Гульдана Айдар, Кызыл Алтай, Акпарат.